Еще в тему записи видео, творчества и восприятия себя. Ребята, если не мы сами, то никто нас не будет воспринимать. Ну, то есть только мы сами можем защитить перед самими собой. Вот. Я сейчас записала некоторое время назад песни, и если кто-то послушает, наверное, скажет, ну, так, ну, типа так. Но для меня это бесценно, потому что в это время пела моя душа, так вот мне хотелось. И если я вот это сразу, ну, как бы на этом поставлю крест, типа, отстой, вот, то как мне дальше, как вот моему внутреннему творчеству дальше проявляться? Никак. Вот это и называется, что мы сами себе вредим. Поэтому мы должны с вами быть к себе аккуратнее, к своему творческому проявлению.